Здравствуйте, уважаемые игроки! С вами канал AlexPro, игра АФК Арена. И в этом выпуске мы поговорим о таком замечательном событии, как Хэллоуин. Собственно, разработчики к этому празднику нам подкинули небольшие награды, но при этом добавили такое событие, как Призрак Вечера Ужасов. По сути, представляет собой такой ивентовый босс, подобный рейдовым боссам в гильдии. В данном случае у нас есть Немора, демоническая сущность, то есть является жителем подземного мира. И награды за эти события – конфетки. Жуткая конфета. Ну давайте попробуем забить этого жуткого монстра. Так, бить мы его будем вот такой вот командой. В принципе, что мне показалось странным в забивании этого рейдового босса ивентового, а именно то, что новых персонажей демоническая Немора призывает довольно-таки с большим интервалом. То есть, как вы видите, Шамира может вырубить всех этих боссов буквально одной ультой, еще и остается. То есть, прохлаждаются наши бойцы. Ну, единственное, конечно, Белинда, да, у нее здоровья маловато. Ее немного прессует, ну так, потихонечку. Но, тем не менее, сам этот рейдовый босс довольно-таки легкий, на мой взгляд. Но при этом интересный. Так, на данный момент 16 уже завернулось. Тыкв еще внизу у нас много-много. Так, сколько? 32. Интересно. Забивание. Так. Отлично. И нам предлагают подтвердить. Попытка повторить. Ну, по сути, как бы мы не будем ничего менять. 38 конфет — это тоже нормальный результат. Но что же нам дает возможность этих конфет? Собственно, вот есть магазин «Призрак Вечера Ужасов». Событие заканчивается через 20 дней. То есть 3 недели длится событие. И любой, буквально каждый желающий сможет набить себе на какого-нибудь приятного перса. Ну, в моем случае, конечно же, это будет Люций. Вот с Неморами, конечно, мне немного не повезло. Слили их на корм. Вот 4 Неморы сразу ушли. Ну да, что же теперь делать? Так, есть также вариант обмен на свитки. То есть, смотрите, 12 наборов свитков фракции можно взять. А это, согласитесь, очень-очень приятный наборчик. В принципе, есть даже вариант, как бы можно, наверное, выбивать именно эти наборы. То есть, смотрите, 50 свитков, это будет 750 монет. А любой же герой, да, 720 стоит из простеньких. Дополнительно эти фракции по 1000. Ну, я даже не знаю, конечно же, хочется и Люция взять. Но и тем не менее, как бы, свитки есть. Я, скорее всего, буду брать свитки. Ну что ж, друзья, желаю вам удачи в этом событии, то есть набивайте как можно больше конфет, качайтесь. Ну а на этом пока все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, а будут вопросы, пишите их в комментариях. Пока-пока и до встречи в новых выпусках.